Сегодня в 4 часа утра произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного дома на Московском проспекте. Инна Шеремет рассказывает, что проснулась от того, что в ее двери начали стучать соседи снизу. Выйдя в тамбур, она увидела дым, идущий из квартиры, которая находится рядом. Один из жильцов даже попытался войти в горящее жилье, чтобы спасти соседа, но было уже поздно. Хозяин горевшей жилплощади был мертв. Он открыл дверь его. Там дверь была шаткая, она все время была открыта у него. Открыл он дверь, ну и понял, что там уже вообще ничего спасти нельзя. Мы же думали, может, он живой. Ну все, вызвали пожарных. В ГСЧС говорят, вызов поступил в 4:22 утра, после чего три пожарных подразделения уже через 5 минут приехали на место происшествия. Провівши розвідку, нам стало відомо, що займання трапилось в одній з квартир на 8-му поверсі житлового 9-поверхового будинку. У задимленій квартирі рятувальники відшукали непритомне тіло господаря. На жаль, на той момент він уже отримав смертельну дозу чадного газу і помер на місці. Рятувати його було неможливо. Пожар почався з дивана, де лежав пострадавший, після чого перекинувся на остальну квартиру, зайняв площадь 8 квадратних метрів. Сусіди розповідають, хазяїн квартири нігде не працював і часто пив. От електричества його давно відключили за неуплату, але чоловік самовільно підключився до електросети. Предварительной версией пожара в ГСЧС називають неаккуратное обращение с огнем, но правоохранительные органы рассматривают и другие версии, в том числе замыкание. Точную причину пожара установит следственно-оперативная группа. Артур Рязанов, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».